Федерации суд постановил Петрову Анастасию Владимировну освободить от уголовной ответственности за совершенное в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное пунктами А и В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, применить к ней принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Судебное решение было приступить к незамедлительному лечению. А почему это произошло? В общем-то, я думаю, виноваты наркотики. У него были обнаружены барбитураты. И что интересно, мать взяла на себя причину появления. Дескать, я психотропными лекарствами его поила. Но на суде она отказалась от их показаний, что я ничего подобного не делала. И получается, что по жизни наркоманом его сделала мать психотропными лекарствами. Это вот группа карбалол, валокордин, который в аптеке продается без рецепта 25 копеек, рублей пузырек. Тема наркотиков мужа тоже была табу